Обновленные данные по заболевшим COVID-19 опубликованы на сайте stopcoronavirus.rf. С осторожностью, можно сказать, идем на спад. Итак, на сегодня в Тюменской области положительный результат на наличие вируса получили 277 человек. 186, наоборот, выздоровели, скончались 10. Всего же с начала пандемии в нашем регионе подтверждено более 49,5 тысяч случаев. Что касается статистики по России, то здесь цифры такие. Прирост за сутки более 21,5 тысячи заболевших, чуть больше 20 тысяч смогли, к счастью, побороть вирус. 799 летальных случаев.